Действительно, ребята, на нашу землю прилетели инопланетяне, и мы сегодня Джеймсом и Бондом будем спасать этот мир от инопланетян. Аришка, давай будем выглядеть точно так же серьезно, как они. Давай. Оденем очки. Давай. Давай. А, Аришка, ты какая-то несерьезная. Да, папа, ты тоже несерьезный. Снимаем. Они нам сегодня не нужны. Друзья, также вас сегодня ждет одна новость, скажем, где-то в середине видео. И рубрика «Котики», не пропустите! Начинаем охоту за инопланетянами? Начинаем! Хорошие денечки! С каналом Папы и Дочки! Всем привет! Вы на канале... Папа и Дочки! Друзья, у меня для вас маленькая новость. Давайте наберем 500 лайков, и в следующем видео появится наша мама. Вы давно, очень давно просили, чтобы в видео появилась мама девочек. И она появится, мы с ней вдвоем поиграем в игру «Побег из тюрьмы». Поэтому давайте наберем 500 лайков, и мама появится. Ух ты, Ариша, смотри, вот прорвались инопланетяне. Так, они говорят по телефону, и все, картинки закончились, мы начинаем играть. Итак, друзья, смотрите, я играю за Смита, я такой черненький. Аришка, тебе надо забраться вон туда наверх и забрать вон тот мозг, или что это такое? Ребята, что это такое зеленое, непонятное? Это мармеладка. Мармеладка, давай. Все, я стреляю в призрака. Не-не-не, да не меня пододвинь, Ариша. Давай-давай, пододвигай вот ту штуку. Кидай опять свою штуковину на него. И сейчас она в пол. Ребята, каким образом ты собралась поймать инопланетянин? Вот, вот, все, пододвигаю. Есть, всосала. Мы прошли первый уровень. Да, давай. О, так, мы что, заперты с тобой? Значит, ты должна встать на меня и запрыгнуть наверх. Подожди, подожди. Ну, сначала... Точно, надо было призрака поймать, инопланетянина поймать. Кинь туда штуковину, развернись, развернись. Жди, вот он летит, летит, летит. Эй, иди сюда, ты что, боишься нас? Да, он явно нас боится. Я пока бублик ем, ребята. Ладно, забирайся наверх, нажимай рычаг. Нажимай, нажимай. Еще раз нажми, подпрыгни. Бац, все, спрыгивай. Есть, все, пошли. Я его держу, давай, кидай, кидай. Да, толкай, толкай эту штуковину. Да, так как быть? Ребята, тут немножко сложности какие-то возникают. Все. Сейчас я пододвину. Да. Ей, засосало. Все, забирайся наверх. Надо вот этот мозг забрать. Давай. Забирайся наверх. И... Отлично, молодец. Так, а я здесь... Стой, я не могу запрыгнуть. А ну-ка, возвращайся. А, давай, запрыгивай наверх. И... не понял. Не понял, не понял. Давай еще раз. Ага. Давай, ты нажимай кнопочку. Нажимай. Отлично. Есть. Все. Ребята, мы тут прыгать собирались. А и тут его можно просто собрать. И так мы победили опять. Что же нас теперь ждет? Смотри, какой злой. Он стреляет. Не слазь к нему. Кинь, 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 кинь. Есть. Отходи. Есть. Все, я его захватываю. И да, все, его сейчас засосет. Есть! Первого мы поймали. Первого мы поймали. Это очень здорово. Давай я тебе залазь наверх. Так. О, на этой штуковине можно подпрыгивать, походу. Спасибо. Это сладкая вата. А, он меня ранил. Он меня ранил. Я его завалил. Я его завалил. Отлично. О, фух. Я чуть не погиб. Аришка, давай... А как ты обратно-то залезешь? И я теперь к тебе не вылезу. О. Пошли, пошли, пошли. Сейчас подождем лифт. Ой. Лифт, ждем. О, все, приехал. Погнали, погнали. Эй, а меня забыли. Слазь, слазь, слазь. А, ты за мной приехал? Ну, привет. Так, итак, наш Смит и Бонд идут дальше. А вот этот рычажок нажмите, пожалуйста. Вон тот с меня запрыгивай. Бонд. Есть, все. Идет всегда на помощь. Иди сюда, скорее, скорее, беги сюда. Рычаг не нажимай. Да, я на тебя. Подожди, подожди. Ты потом запрыгнешь. Сначала я на тебя. И сюда. Отлично. Теперь твоя очередь залезть. Давай. Я его держу. Все, я его. Сейчас он.
Давай, запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Как? Вот, нормально. И запрыгивай. Есть! Залазь и кидай эту штуковину, ловушку. Давай, кидай! Кидай ловушку! Есть! Есть! Да-да-да-да! Эй, стоять! Стоять! Еще раз одну ловушку под него кидай прям. Надо двинь! Все-все-все-все! Все! Есть, ребята, мы еще одного инопланетянина поймали. Ну а пока мы не начали следующий уровень, рубрика «Котики». Так, надо выбираться наружу. Надеюсь, меня никто не видит. Надеюсь, здесь никого нету. Так, вроде бы никого нету. Да. Да ладно! За мной наблюдают! Эй, хозяин, я только двух смог съесть. Слишком много. Сейчас поймаю, сейчас поймаю, сейчас поймаю. Ой, не получилось. А еще я могу вот так танцевать. А вы можете вот так, пока никто не видит, как я танцую? Так, Бобик, я суперагент. Я могу вскрыть эту клетку. Во, видишь, вскрыла. Слушай, слушай, я надеюсь, хозяин не увидит, что мы всю туалетную бумагу вытащили. Ругаться не будет? Ты как ты думаешь, не будет ругаться? Ура, ура, свобода, ура! Бежим, бежим, братва, бежим! Не подходи ко мне, я лев. Ты видишь, я лев, не подходи ко мне. Друзья, напишите, какой котик вам понравился больше всего. Ну а мы продолжаем. Давай посмотрим, что опять этот красный. И вон вот эта фигнюшка ползает. Ах, осторожно, красный умеет стрелять. Будь осторожна. Нет, просто так не поможет. Так, я замочил эту штуковину. Его обязательно надо сначала поймать в луч. В луч надо поймать. Ариша, я здесь не могу пролезть. Иди помоги мне забраться наверх. Хорошо. Иди сюда. Иди сюда, так. Отлично, стой. Все, теперь ты иди подкрадывайся с той стороны. С той стороны. Я его сейчас поймаю лучом. На! Давай, 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 забирайся. Скорее, скорее, скорее. Скорее, 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 я его держу. Кидай. Да куда ты кинула-то? Все, фух. Отлично, мы справились. Так, теперь что нам нужно? Нам нужно забрать куда-то ящик. Помоги мне забраться к ящику. Ты можешь его взять? Ну-ка, подойди к нему. Да, перетаскивай сюда. Перетаскивай сюда. Залазь наверх и нажми кнопочку. Залазь на меня. Так, давай еще раз. И нажми вниз. Не-не-не-не, отойди, 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 повернись к кнопочке. Кнопочки поверни. Отойди подальше. Поверни кнопочки, нажми вниз. Вниз просто нажми. Во, отлично, молодец. Так, теперь эта штуковина будет туда-сюда ездить, что ли? Или как? Да, она туда-сюда ездит. Погнали, заберем последнего преступника. Я готов. Ну, я буду его лазером лочить. А ты кидай. Не туда. Не туда. Ты давай заберись туда. Заберись на эту штуковину. Хорошо. И там кинь ловушку. Вот так, давай. Отлично. И отлично. Все, забирай последний мозг. Мозг забирай. Давай я. Давай, беги, 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 беги. Все, ребята, мы прошли уровень. Следующий. Ага, здесь опять что-то происходит. Опять что-то нас ждет. Так. Вниз. Вверх. Вниз. Да, только ты можешь брать. Бери эту коробку. Бери эту коробку. Как? Спустись. Спустись. Подходи к ней. Вниз. А, нет, тебе надо... Вот. Теперь смотри. Смотри, залазь на меня. Запрыгивай наверх. Ага, запрыгивай наверх. Беги туда. Вот. Отлично. Стой, 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 стой. А, тебе, значит, надо теперь кинуть коробку. Кинь просто. Коробку только кинь. А? Только коробку кинь. Еще раз нажми рычажок. Рычажок, который ты стоишь. Только не спрыгивай никуда, ясно? Да. Все, отлично. И сейчас я забираюсь на лифт. Не получилось. Ладно, жди меня, жди, жди, жди. Я сейчас с тобой поеду. Так, так, так. Ничего себе, уже такие сложные уровни. Ого, папа, смотри, там ты. Это мой двойник. Все, кидай ловушку, 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 ловушку. Мимо, отойди чуть подальше. Чуть-чуть, давай, кидай. Кидай. Давай, давай, давай. Я не могу. Кидай. Еще, еще, еще. Сейчас, 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 давай. Есть, сейчас мы его поймаем. Да, отлично. А, нет. Так, он тебя не тронет. Ты в это же место кидай ловушку. Давай, 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 давай.
Сейчас мы его поймаем. Все, поймали этого. Отлично. Теперь нам надо вон ту дискету забрать и какую-то зеленую штуковину. О, можно я дискету и зеленую? Нет, ты забираешь зеленую штуку, а я дискету. Вон же нарисована картинка, смотри. Угу. Вот так. Эй, подожди, сейчас заберешь. И там фантом. Там твой сраженник. Фантом. Так, давай, запрыгивай. Отлично. И у тебя кнопка J подключается. Ты тоже можешь стрелять, представляешь? А ты? А я не могу. Ого! Да, давай, переходи ко мне. Сейчас, ко мне переходи. Так каким? О, молодец. Давай, стреляй, с меня стреляй. Залезь на меня и стреляй в ту сторону. Давай, давай, Аришка, прицелься, огонь! Бамс, есть, стой, сейчас я на тебя залезу. Ага, штука. Забрали? Все, перепрыгивай, забери мозг. Забирай мозг. Есть, есть! Мы прошли уровень. Отлично. Задание такое. Друзья, мы сегодня играем в охотников за инопланетянами. Вначале мы назвали, как их зовут. Итак, вы должны написать: охотников за инопланетянами зовут... Напишите их имя. Все, первые, кто напишет, попадут в следующую серию. Все, кто напишет, получат от нас сердечко от канала. Победители прошлого видео. Ребята, на вот этой картиночке те, кто в прошлой серии первыми правильно ответил на задание. То есть, пришли на наш канал, посмотрели видео в числе первых, и в числе первых ответили на задание. Молодцы, ребята. Интересно, Аришечка, сколько же мы с тобой сегодня поймали инопланетян? Много, да? Да. А вот интересно, сколько? Эх, ребята, вы были сегодня с нами на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Подпишитесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. С нами всегда интересно. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.